Первое, с чего нужно начать при крафте чего-либо, это выбор базы. Баз существует огромное множество. От желтых, от синих, от влияния, уникальные и так далее и тому подобное. Я же сейчас расскажу об основных. Об основных моментах, с чего нужно начать выбор базы. Пункт первый. Item level предмета. Он указан сверху предмета, над его иконкой написано ur. И число. Чем он выше, тем выше и качественнее получится свойство, которое можно будет накрафтить на предмет. Для лучшего крафта, для лучших баз используется 90+. Пункт второй. Число в картинке. Чем это число выше, по аналогии с уровнем предмета, тем лучше и качественнее будет крафт. Собственно, вот по этим двум циферкам мы и выбираем то, что хотим крафтить. Далее нам просто нужно разобраться, какой предмет мы хотим крафтить и что хотим на нем получить.